звездной ночью, в таинственном свете луны, над заснеженным лесом, в мерцании загадочно ярком, дарит радость надежд, дарит самые светлые сны. Новогодняя сказка, сверкание огней и подарков. Так пускай происходит для всех в Новый год волшебство. Чудеса новогодние вновь пролетают над миром. И грустить не заставит сегодня у нас никого символ Нового года, смешной и по-своему милый. И сколько можешь ждать? А может, он и не придет вовсе? А не придет, Кощей его силы волшебной лишит. А потом по миру пустит добро делать. Совсем озверел Кощей? Да. А ну-ка, разговорчики. Я говорю, сказано было нормальным, нечеловечьим языком все мерзости и подлости на сегодня отложить. Что непонятно? Или что? Все слышали, а он нет? А может, с ним случилось что? Ио, действительно, в корягу в какую-нибудь превратился, а обратно не может. Так, все, его проблемы. Некогда больше ждать. Не повезло, бедняге. Да. Начинаем. Всем встать. Егорь, его бессмертие... Кощей, скелет костлявый, 13-й! А, здорово я придумал! Все меня оттуда ждут, а меня там нет, а я вот он! Чудно!
А ваше бессмертие прелестно. Ой, просто фейерверк, юмор, ягель какой-то. Так, настроение у меня сегодня отвратительное. Поэтому докладывайте мне только гадостные новости. Все в сборе? Оборотень не явился по непонятным причинам. Да как он посмел ослушаться моего слова? Или оно уже ничего ни для кого не значит? Ну ладно, не пришел и не пришел. Ему же хуже. Чего на него нервы тратить? Правильно я говорю? Да, правильно. Силы волшебные лишить. И в люди. Пусть там пару годков добрые дела поделает. Потом подумает, как в следующий раз на собрание не приходить. Ну что, мерзавцы мои ненаглядные, отвечайте, как на духу, пакости делали? Делали! Распрекрасно! Мерзости творили? Творили! Расчудесно! Злобу по земле сеяли? Сеяли! И что? И только время ягоды зря потратили. Не хотят люди злыми становиться. Так и норовят друг другу помочь. Друг друга из беды вытащить. Иу, добра на земле больше. А как с ним бороться, никто не знает. Да, печально, но не безнадежно. Братцы-мерзавцы, собрал я вас по весьма важному делу. Наступает Новый год. Пора ежедневной и кропотливой работы. Согласен с вами, что добра развелось немеренное количество. И наша задача – это количество сокращать. А Дед Мороз и Снегурочка – способствуют и помогают сеять радость и добро по всей земле. Поэтому и собрал я вас сегодня, что завтра может быть поздно. Собрал, чтобы мы все вместе напрягли свои мерзостные мозги и такую гадость придумали, что никакому добру не под силу было бы эту гадость одолеть. Предложение есть? Ну, это... Предлагаю... Мерзостно, ничего не скажешь. А что скажет болотная нечисть? Эй, ну-ка разбудите ее! Действительно, до каких пор мы это терпеть будем? Вот я тебя спрашиваю. Мне лично это надоело. А мне надоело это сонное царство. Предлагай! Иу, чего? Гадость предлагай! А сейчас нам эту гадость придумать ничего не стоит. Надо! Надо! Переколдовать! Переколдовать! Кащея с Бабой-Ягой в добрых сказочных героев! Надо переколдовать Кащея с Бабой-Ягой в добрых сказочных героев. И пусть они попляшут, пусть побудут в нашей шкуре. Вот. Иу, это не я, это он. Понятно. Идеи свежие и где-то даже заслуживают внимания. Ну, а я что говорю? Так, все высказались. Теперь предлагаю я. Яга, тащи... Ага, сейчас. А что это? Представляю новинку сезона. Подлючесть первой категории. Непревзойденное зеркало. Оборотень. Прошу.
Вау! А как оно работает, ваше бессмертие? А так и работает. Посмотрится в него Дед Мороз. А тут ты ему навстречу. Бац! Столкнулась с ним. И он уже никакой не Дед Мороз, а самая настоящая кикимора. А кикимора – Дед Мороз. Ясно? А чего это я, Дед Мороз? Я не хочу. Я Снегурочкой хочу. Зеркало меняет только внешность, а сущность ваша подлючая при вас останется. Понятно? Понятно. Непонятно. А зачем нам в них превращаться? А затем, что под видом Деда Мороза придете вы на праздник. И там такое всем этим деткам устроите, что не захочется им ни нового, ни старого Нового года. Ясно? Потрясающе. Мерзопакостно. Я смотрю, моя идея всем по душе. Теперь действуем, злодействуем. Опан, Гангнам Стайл. Гангнам Стайл. Привет, злодеи! Я не опоздал? Вы чего? Ой, не то. Я сейчас. А теперь все дружно взялись за ручки и поздоровались. Опять не то. Ай, момент. Теперь порядок. Привет, злодеи! Я не опоздал? Что за маскарад? Почему опаздываем? И где тебя черти носят? Иу, мы тут дела поганые придумываем, а оно шляется непонятно где. Да, мы, между прочим, самого Деда Мороза нейтрализовывать собираемся. Терзают смутные сомнения. Можно вопросик? Без вопросов. Братцы, это мое зеркало. Я его для своих нужд приобретала, а теперь вон оно как дело оборачивается. Мы уже друг у друга воровать стали. Тебе что, жалко? Для хорошего же дела. Это мое зеркало. А ну тихо, не перечить Кощею. Чего вы на меня набросились? Новый год наступает. Люди все радуются, веселятся. Снежок идет, детвора с горок на санках катаются. Погодка отменная, настроение прекрасное. Я смотрю, весело тебе. Ладно, чего с ним разговаривать? Силы нечистые лишить и в люди добрые дела делать. Хотя нет, он нам и тут пригодится. Подключайся давай. Начинаем веселье. Веселье захотели. Будет вам веселье. Добрые дела хотел меня заставить сделать. Будут тебе добрые дела. Побегу навстречу Деду Морозу и все ему честно расскажу.
все концы, саночки летят. Что случилось? А ты ничего не замечаешь? Где? Там, внизу. Неужто шубу свою порвал? Нет, дедушка, хуже. Ничего не вижу. Дедушка, ты же валенок один не надел. Как же ты в таком виде к детям на праздник пойдешь? Ох, я дурень старой, голова с дырой. Совсем рассеянный стал. Что же делать, дедушка? Ну, беда невелика. До избушки нашей рукой подать. Вмиг обернусь. Нет уж, дедушка, ты тут посиди, а я вмиг обернусь. А то ты один валенок наденешь, а другой снимешь. Ладно, на сей раз сдаюсь. Беги, да только с дороги не сбейся. Как же это я так? Ума не приложу. Ладно, я пока лес осмотрю. Люблю зимний лес. Тихо, бело, снег на ветках разлегся, как кот на печи. Вольготно ему здесь. Красота! Пиявок мне в ноздрю. Как же неудобно-то. Кто ты? Ты. Ты? Ну да, я это ты, а ты это я. Только я не хочу быть тобой. Я Снегурочкой хочу. Что здесь творится? Что это у меня с голосом? А что на мне надето? Получилось. Здравствуй, Дедушка Мороз. Здравствуйте, жители лесные. А ты вообще молчи. Не с тобой разговариваю, кикимора болотная. Ну ничего, пенек с ушами. Я тебя встречу на узкой тропинке. Послушайте, кто вы и что здесь вообще происходит? Молчи, нечисть болотная. Ну что, казатики, подлютись совершили? Совершили. Ию, переколдуйте меня обратно. Это борода, это шуба, мне жарко. Я не хочу Деда Мороза. Привыкай. Для общего дела стараемся. Растолкуй ей. Я говорю, что к чему. А я пока этим займусь. Ну, кто мы, ты уже понял. Я надеюсь, что представлять никого не надо. Короче, я старый, неприятность с тобой приключилась. Ой. Но об этом знаем только мы и больше никто. А я очень надеюсь, что в ближайшее время никто из посторонних об этом и не пронюхает. Ну ты не переживай, пройдут праздники, и мы обратно тебе твою бороду вернем. Целости и сохранности. Уяснил? Не знаю, что вы там задумали. Только не выйдет у вас ничего, Яга. Ну так уж и не выйдет. Уже вышло. Тебя вот превратили. Сейчас внучка твоя придет. И ее переколдуем. Только вы забыли, что я тоже колдовать могу. Да так, что вам и не снилось. Где посох мой? Всех вас сейчас в сугробы да сосульки превращу. Где же он? Ой, никак тоже забыл. Вот ведь несчастье какое. Бросил посох, я говорю, волшебный, где попало. Берите, кто хотите. Ну,
спасибо, что напомнил. Эй, шишка облезла я. Свяжи-ка его, да покрепче. Я говорю, пусть посидит, подумает. Пойдем, я тебя сейчас связывать буду. Вам это просто так с рук не сойдет. Готово? Что это со мной? Пошевелиться не могу. Я же говорю, фокус. Раньше мог пошевелиться, а сейчас не можешь. Здорово. А я тоже могу фокусы показывать. Хочешь? Ну, покажи. Раз, два, три. Оп. Не понял. Это как? Ну, фокус. Выходит... Ничего у меня не получилось. Смотря что должно было получиться. На помощь! Ну ничего, сами сделать не могут. Смотри, замри. В его положении я бы вел себя скромнее. Сбросить мне яга годочков 1000. Да, не добудешь молодости в дух. Из котенка вырастет котища. Из волчонка шелудивый фал. Было времечко. Был я крепок. И я была лихой. Щелкали задачки, словно семечки. У недругов плевали шелухой. Прежде звали нас народе хватами. Многим были мы не по нутру. А теперь на сцене экспонатами. Тьфу! Тешим озорную детвору. Думай, бабка, что-то мне не верится, будто дело нам не по плечу. А мысли в голове без счета вертятся, главную никак не ухвачу. Да. Эх! Было времечко. Был я креп. И я была лихой. Эх! Щелкали задачки, словно семечки. В недругов плевали шелухой. Прежде звали нас народе хватами. А многим были мы не по нутру. А теперь я на сцене экспонатами. Фу! Тешим озорную детвору. Как же мы про посох забыли? А, Кощеюшка, надо бы его это... Мысль хорошая, одобряю. Ну что, душа болотная, смирилась? Ой, а куда ей деваться? Слушай, Яга, кого-то не хватает, не пойму. Иу, у меня нога замерзла. Потерпи, сейчас внучка твоя с валенком прибежит. И запомни, ты Дед Мороз. И веди себя как Дед Мороз. Посох Дед Морозский заполучи. Не подкачай, дурында. Кого-то не хватает, не пойму. А что делать-то? Ну, то, что Дед Мороз всегда делает. Песенки пой, это я говорю, хороводы води. Ну, а чтобы посох раздобыла, ясно? Чего ж яснее? Дедушка! По местам. Thank you.
А вот и я, дедушка. Дедушка! Тихо ты! Что случилось, дедушка? Слышишь? Что? Дедушка! Чего не слышишь? Ничего. Вот и я, ничего. Странно, да? Валенок принесла? Нога уже окоченела. Конечно, принесла, вот. Иу, вот дурень старый. Один валенок надел, про второй забыл. А я и мерзну тут. Ой, как хорошо, тепло. Ну что, дедушка, песенку выучил? Чего? А, песенку? А как же? А елочка в лесу родилась, маленькая. Да нет, дедушка, не эту. Чего? А, эту? А чего ее там учить? Пара пустяков. Бубенцы в лесу звенят, вокруг елочки хороводики. Иу, ну чего ты ко мне пристала со своими песенками? Что с тобой, дедушка? Опять? Слышишь? Что, дедушка? Опять ничего не слышишь? Опять ничего? Померещилось, наверное. Дедушка, с тобой все в порядке? Ты случайно не заболел? Я? А что мне сделается? Я все поняла. Чего это ты поняла? Ты меня специально с толку сбиваешь, чтобы песню не учить. Иу, а чего это ты на Деда Мороза голос повышаешь? Забыла, кто тут главный? Сказал, не буду учить, значит, не буду. Странный ты какой-то. Что же прикажешь мне вместо тебя на елочках песенки детишкам петь? А что? Это мысль. Ты будешь Дедом Морозом, а я Снегурочкой. Да как же такое возможно, дедушка? А ну-ка, иди сюда. Ой, а что это такое? Сейчас узнаешь. Вау! Вот теперь порядок. А ты спрашиваешь, как такое возможно? Что это? Как такое получиться могло? Ты что наделала, дурында? А ну, превращайся обратно! Сейчас! Разогналась. Что это здесь происходит? Вы кто? Объясни ей, что к чему. А я этой мозги вправлю. Ой, не могу. А что происходит? Ничего не происходит. Раздобыла нечто волшебное зеркало. Теперь развлекается. Кикимору в Дед Мороза превратили. Дед Мороза в Кикимору. В общем, хулиганим мы тут. И вам не стыдно? Пока нет. А где дедушка? Связанный. В укромном месте сидит. До поры до времени. Кого-то не хватает. Не пойму кого. Ваш бессмертие. Я ей уже объяснил. А что дальше-то делать? Ой, так. Планы изменились. Это Снегурочкой останется. А ты Дедом Морозом будешь. Я? Ух ты! Момент! Смотри, что это? Где? Здорово как! А ну, детки, стали в хоровод! И споем песенку про елку. Помолчи-ка! А что с этой ягодой делать-то? Связать ее и к деду. Пускай вместе посидят. Все понятно. Никуда я не пойду. Забыл спросить. Ну кого же все-таки не хватает? Вау! Вот я теперь красавица. Сил нет. Всю жизнь Снегурочкой мечтала стать.
А я Дедом Морозом. Так, вы двое, идите-ка сюда. Ну что, орлы, вот и настал момент истины. В ваших руках будущее. Только от вас будет зависеть, победим ли мы добро, или оно победит нас. Отправляйтесь в обитель радости и веселья. Слейте злобу и сделайте все, чтобы людишки надолго запомнили, что веселиться и радоваться безнаказанно мы никому не позволим. Я верю в вас. Идите. Чего он сказал? Идите, говорит. Куда? На праздник, остолоп. Слушай, а ты хоть раз там была? Где? На празднике. Нет, а что? А вдруг нас там разоблачат? В один момент. И весь наш план в тыр-тыр-ры провалится. Я чё-то боюсь. Ю, не дрейфь, прорвёмся. Главное, пакости померзостнее и мерзости попакостней придумать. Это ты точно сказала. Ну что, в путь, Снегурочка? Вперед, дедушка! Ищу. По лесу плутаю. Думал и не найду вас вовсе. О, привет, нечисть окаянная. И зачем это мы тебе понадобились? Ию, да какого лешего тебе от нас надо? Предупредить я вас хотел. Кощей с Егой пакость замыслили. Да такую, что ни в сказке сказать, ни на голову не напялить. Ах ты! Ябеда! А ты не знаешь, что ябедничать нехорошо? Так ведь я... А ты, значит, весь правильный такой. Решил нас предупредить, чтобы мы, значит, не вляпались в это... В это происшествие, ты хотела сказать. Именно это, дедушка, я и хотела сказать. Посмотри, Снегурочка, какой хороший мальчик. Плохие дяди и тети Бяку затеяли. А он взял и предупредил нас. Да, дедушка, никого не побоялся и предупредил. Какой благородный поступок, внученька. Вау, без награды не обойтись. Подарочек ему надо отвесить. Ой! Да не один. Ой-ой-ой, вы чего? Как чего? Ты разве не слышала? Что сегодня день бесплатных подзатыльников. Наберите большее количество подзатыльников за лучшее наябедничество и получите бонус — бесплатное кручение ухов. Ушей, глупая. Какая разница? Вот так тебе. Эй, отпустите. Вы что думаете, я вас не узнала? Я же вас сразу узнала. Это я так, смеяться. Вы что, шуток не понимаете? Хорошая шутка, мы заценили. А уж Кощей, как заценит, я представляю. Долго смеяться будет. Зови Кощея. Ию, чего это я? Сам зови. Я тут главный, ты меня слушаться должна. Сейчас, разбежалась. Я все Кощею расскажу. А ты, я смотрю, кроме как ябедничать, ничего и не умеешь. Лучше бы что-нибудь дельное придумал. Иу. Придумал. Пойдем вместе Кощея звать. Пойдем. А с этим что? Здесь постоит. Нас подождет. Замри. Сейчас. Буду я ждать, когда вы сюда Кощей приведете. Видимо, они серьезно решили праздник испортить. Надо, пока не поздно, все на свои места вернуть.
А я все думаю, кого же это не хватает? А красавец-то наш решил дезертировать в армию врага? Ой, добро решил поделать. Ну что ж, желание его понятно. Ну и где же он? Здесь стоял. Ой, колдун ты недоделанный. Говорила тебе, с собой его надо было брать. Я вас спрашиваю, где он? Убежала, наверное. Ну чего стоите? Далеко уйти он не мог. В погоню! Я говорю, в погоню, остолопы! Злодеев надо наказать, дедушка. Я тоже так думаю. А ты, оборотень, что скажешь? Это уж вам решать. Только вот что я скажу. Мне надоело быть у Кощея в подчинении. А с нами на праздник пойдешь? Спрашиваете? Конечно, пойду. Я Новый год люблю. Шарики, игры, фейерверки разные. Весело там у вас. Только... Что только? Как же это? Я и к вам на праздник. А что тут такого? Будешь нам со Снегурочкой помогать, в игры с ребятами играть, песни петь. Эй, сюда скорей! Вот они все! И это тут тоже. Все понятно. Вопросов не имею. Сейчас они у нас попляшут. Ага, покувыркаются. Помоги-ка мне, Ягуся. А то у меня сил на всех троих не хватит. Будет вам сейчас праздничек. Что это, Яга? Не пойму твое бессмертие. Будто душу из меня всю вынули. И у меня примерно такие же ощущения. Посох, Яга. Про посох мы забыли. Это он нас силы волшебной лишил. Правильно, нечисть окаянная. А чтобы вы нам и впредь не мешали, наполню я вас добром, радостью, весельем. Глядишь, и из вас помощники на праздники получатся. Ну что же вы мрачные такие? Улыбнитесь. Праздник ведь скоро. Праздник? Какой праздник? Как какой? Новый год! Новый год? Значит, все будет по-новому? Обязательно будет. Ну что, друзья, с Новым годом! С Новым годом! Собою заберет, и пусть под снегом белым он кроет все.
Мы знаем наперед, что грядущий год нам счастье принесет. Исполнится желание, свершатся ожидания, Новый год идет. Новый год к нам идет, и все мы верим, что чудеса опять произойдут. Новый год настает, откройте двери, ведь он приходит лишь туда, где его ждут. Новый год к нам идет, и все мы верим, что чудеса опять произойдут. Новый год настает, откройте двери, ведь он приходит лишь туда, где его ждут. И все мы верим, что чудеса опять произойдут. Новый год настает, откройте двери, ведь он приходит лишь туда, где его ждут. Новый год к нам идет, и все мы верим, что чудеса опять.